Раз, два, но у нас на районе все как обычно. 100 километров по городу, салон черная кожа, тазик как черная кошка, внутри все те же рожи. Выйду и по райончику не спеша до своего подъезда и знакомого этажа. Снова писать о чем-то, как по белому черным, плюс делать плотно, чтобы выносило четко. В колонках сначала у меня на хате вкатит этот став для районов на этой карте. И значит так надо, если эти трое часто на повторе в твоем мониторе. Это чего-то стоит, Москва слезам не верит и правильно делает, делая сильнее. В городе дорог, бары, колеса паровозов, отморозков, больших надежд и передозов. Ты хочешь что-то поменять, но походу поздно. Это меняет тебя, если ты не понял. В этой обойме нет холостых патронов, пока качает районы внутри садовые. За его пределами уже давно знакомы качели, что убирают по-любому, запомни. Москва движется по кругу, убивая будни. Давай заруливай, не думай, здесь есть что увидеть рядовому зрителю и удивить, если ты готов проникнуться. Большие дела равняются большие деньги. Кто-то снимает пену, улицы как вены, а мы — это кровь, которая по ним бежит. Эти этажи — это наша жизнь. Смоки Мо, центр. Там находится мой дом, дымный центр. Все, во что ты веришь, ты получишь сполна. Во что играешь всерьез, до конца весь играет в тебя. Со мной мои люди и нас уже целый отряд. Рэп-хирургия как особый красивый обряд. Скальпель может убить, а может принести прибыль. Без хозяина самим им не сделать выбор. Деньгам, что уважают парни как босса и выполняют все быстро, без каких-то лишних вопросов. СНП прячет секреты ночью и днем, режет мясо и прижигает огнем. Холодный флоу, смотри, как я быстро проник в свой дом. Получи мою дозу прямо сейчас и еще потом. Улицы торгуют снегом, который не тает. Кто-то пробивает и получает то, что качает. В большой машине большой джойнт под капюшоном. Я возвращаюсь домой в центр под утро сонным. Это мой каменный блок, это мой микро, это мой сногсшибательный став, голодный дог. Одна любовь, как палец, который лег на курок. И что-то упало, как тяжелый мешок. Эти мутные будни и эти изученные скажите маршруты. 4, 9, 5, 8, 1, 2. Иногда я мечтаю вечерами закрыть глаза. Я представляю, как летаю над домами, над улицами и дворами, трамвайными путями, троллейбусными проводами. Над вами люди с самолетами летают, ездят поездами, в тачках выжимают педали, врубают дальний. А для меня любое расстояние между городами не преграда, но это как телепортатор. Приятно наблюдать с высоты птичьего полета, как из пункта А в пункт Б выехало что-то, просто какой-то сверток по сиденьям у проводницы. Красные стрелы от Питера до Москвы, из северной столицы до площади трех вокзалов. Здесь встретят пацаны, им всегда будет мало. И думаете, это кто-то остановит? Да ну нафиг, кто позволит перекрыть такой серьезный трафик? Ведь сколько лет уже, и все довольны. И москвичи, и питерцы, и Кремль, и Смольный. Мы взрываем шикарный джойнт на Москве-реке. Парни делают жирный напас где-то на Неве. Идолы из глины рушатся от железных рук. Тамара Константиновна в курсе, о чем поет ее внук. Здесь Слим, Смоки Мо, и меня зовут Гуф. Мы делаем звук, Москва, Санкт-Петербург. Эти мысли в черновике, Питер на Неве, Москва на Москве-реке. В окружении 7 высоток, 9 вокзалов было положено начало. Со мной мои коты, я не одиночка. Если что-то качаешь, то мы чётче. Со мной мои коты, стайл, это те, кто стайл. Я не одиночка.